Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт на сервере Black Dragon. И, в принципе, как раз я вот сейчас заканчиваю строить порталват. Сейчас я быстренько. Не стал я заморачиваться по поводу портала. Построил обычное, что там только может быть. Давайте, что мне нужно. Быстренько, что я хочу. Вау. Так, это уже лопата ломается. Почти сломалась. Так, кремень. Одна штучка. Чтобы зажигалку сделать. Так. Сейчас я тут немножко это все... так, булыжник у нас, да, вот тут, вот так. Ладно, побежим, не хватило двух ступенечек. Так, быстренько сделаем, быстро. Не камень, а... Во, булыжник. Вот так. Побежали. И вот так, отлично. Ага, давайте еще вот тут выровняем. В смысле, поставим булыжник. Вот так. Вот, уже более-менее отлично. Ага, ну, в принципе, все нормально. Давайте огниво. Ни хрена не горит, я вроде все правильно сделал. Или ему нужен еще один блок сзади. Че за хрень? Или тут просто-напросто в ад телепортироваться нельзя? Я почему-то думаю, что вот так вот и сделано. Что в ад тут тпхаться нельзя. В смысле, просто его напросто выключили. Во, капут. Ладно, пока что оставим вот это дело. Значит, сейчас мы в ад не идем. Я потом спрошу, работает ли тут ад или нет. Если нет, тут капут, затейка обломалась. По тому поводу, что... Чтобы надыбать глоустона. Значит, будем барыжить на семенах пшеницы. Да чё ты... Во капут. Ладно. Я просто уверен, что ад тут выключенный. Хотя я не знаю почему. Вроде ад, ничего там такого читерского нету. Ладно. Пока что затея обломалась, я не знаю, что делать. В принципе, да, все-таки. Сейчас в ад не будем идти. Сейчас, наверное, все-таки пойдем качать наших покемонов, но прежде всего сначала я пойду домой. Поскладываю все. Все в сундуки. Начну уже делать, наверное, все-таки покеболы, но чуть позже, не сейчас. Без съемки, наверное, я все-таки это начну делать. Ага. Потому что приконов он у меня уже до хрена. У нас уже дофига. Так, сейчас я вот это все поскладываю.
Все, отлично. Да, вот сюда. Фу. Нет, нет, не, вот, сейчас. Возьму я булыжник. Все-таки потом, когда я буду строить город, нужен будет булыжник. В смысле камень, а не булыжник. Ща, я все это тут поставлю. Все, отлично. Давайте пойдем и, не знаю, посмотрим, может кто-то заспавнился. Ща. Вот так. Да, отлично. Ну что, пойдем пошаримся вот тут по округе. Посмотрим, кто заспавнился. Прокачаем уже наконец нашего Шайни Арона. Ой, чуть не упал. Хотя не убился бы, я думаю. Чермиллиона мы уже прокачали. Он уже стал Черизардом. Так, пойдем мы куда-то вот туда. Вот то, что ад не пашет, это, конечно, чуть-чуть кончено. Фиг его знает почему. Не знаю почему, честное слово, почему ада отключили. Если с тем же и связано, что можно набивать кучу глоустона, потом его продавать, то не знаю. Тогда откуда вообще глоустон брать? С Пикачу выбивать? И все. О, рестарт сервера. Ну, в принципе, как раз закончим серию к тому времени. Ну, в принципе, Арона я как раз где-то вот тут в пустыне нашел, вот, где-то вот тут. Сейчас давайте куда-то сбегаем, не знаю пока что куда, как раз сейчас уже рестарт сервера будет. А лучше всего полетаем, у нас же есть Черизард. И плюс к тому, что мы так все-таки быстрее будем летать, ну, передвигаться, и плюс к тому, что можно так смотреть за мини-картой. Вдруг действительно кто-то заспавнился. Пока что я вообще никого не вижу. Ни одного покемона. А у нас есть при себе мастербол на всякий случай? Нету. Хотя тут случай, что заспавнится Молтрес опять. Фиг его знает. Ну говорю, тогда, когда я строил дом, передо мной два раза Молтрес заспавнился, его капут. Я тогда так и сказал, когда у меня вообще покеболов нету, вот тогда и легендарные спавнятся, и еще кто-то спавнится, да? А когда у меня будут мастерболы, когда еще что-то будет, вот тогда фиг будет что-то спавниться, да? Джунгли, 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 джунгли. Юту. Какой Мьюту? Мью. Ну да, ни хрена тут нету. О, покет-центр. Два покет-центра. Одного уже что, разграбили? Или это просто так деревья? А, это так деревья. О, равнина. То бишь Райкваза. Хотя, какой нафиг Райкваза? У меня даже при себе мастербола нету. А если он реально сейчас заспавнится? Ага. Размечтался, да? Так, идем в лес. Ну, один покемон уже заспавнился, кто-то там. Ща. Так.
пока что никого не вижу. Давайте полетим в эту сторону. Как раз сейчас уже рестарт будет. Так, ну пока что никого нету, никто не спавнится. Ладно, наверное, все-таки пойдем домой. А то пока что так летать просто нет смысла. Вот кого я еще хочу словить. Абру. Вот его. Ее. Нужно будет 100% словить. Это психический покемон, да. Давайте, короче, пойдем и домой. Хоум. Или нельзя, когда я на покемоне сижу. Чё? Ой, извините. Во, отлично. Отлично. Так. О, покемон босс. Он опять 100% земли. Хотя, что делать? Земли так земли. Пойдем посмотрим. Конечно, подальше, чем я копаю, но если шахта один и то, одна и та же, то бишь туннель, то бишь мы можем его найти. Может. Или в лаву упадем. Во, куда-то попали. О, офигеть, офигеть, офигеть. Вот, ни хрена себе он уровень. А как мы его убили? Я же просто переключил покемонами. О, охренеть. Арон его аллюцинирует. Шайни Арон. А как я его убил? Че у него? Хрен его знает. Я вроде просто переключился покемонами, и он сам умер. Ну, конечно, нам же лучше. не нужно было его убивать. Так, Shiny Lairon. Охренеть. Так, Shiny Lairon, покажись. Ну, в принципе, такой же, только... Тут обычное у него белое всегда, да? А тут у него зеленое. Ну, в принципе, отлично. Так, давайте идем домой. Shiny Lairon, Shiny Голем. Отлично. Еще Shiny Geodude есть. В принципе, он нам не нужен. Не, ну, конечно, пускай будет, но... Так, где я копал? Я вот тут копал, да? Ну, закроем. Так, ну, тут никого нету. Да, никого нету. Так что, дорогие друзья, давайте нам все-таки этом закончим. Я не знаю, что там с садом, но я уверен, что просто-напросто с садом ничего не получится, так как его, наверное, просто не пускает туда. Фиг его знает почему. В принципе, я думаю, чтобы барыжить мастерболами, наверное, все-таки нужно будет сидеть и собирать семена пшеницы просто-напросто кучами. Я, ну, не знаю, но, в принципе, я не так долго это думаю. Я помню, я собрал стак семен пшеницы, ну, приблизительно где-то за минуток 5. Или меньше чуть-чуть. Ну, в принципе, все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи.